Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в криминалочку на серверах Roleplay, 4-й сир, у них здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить маник при регистрации, и также для моих подписчиков есть специальный промокод, пишите МН, потом выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод КГЕЙМ. Только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому обязательно его используйте. Ну что ж, сегодня у нас новая серия, как вы поняли, и, как я и обещал, я поеду сегодня на охоту. Я нахожусь сейчас возле Горели. Почему здесь? Потому что я знаю, что только здесь есть магазин оружия. Просто я не знаю, где другой находится. А в GPS искать мне было лень. Ну да ладно, в принципе, не важно. И я также взял гелик, ну потому что все-таки на охоту едем. Я ж не буду на ламбе оленей собирать. По-моему, тем более нельзя, только на джипе можно, на внедорожнике. Так, вот я, в принципе, уже приехал. Вот этот магазин оружия. Аккуратненько проезжаем. И давайте припаркуемся и купим оружие. Деньги у меня есть, это хорошо. Так, все, заходим и покупаем какое-то оружие. Нам, по идее, нужна снайперка. В основном, я не знаю, мне есть скиллы или нету. Давайте я на всякий случай куплю дигла. Сколько патронов можно купить? 30 патронов. Давайте купим 30 патронов. Вот, вот это нам нужно, в принципе. 56 тысяч стоит 10 патронов. Серьезно, 10 патронов. Все, 30 патронов, я думаю, нам хватит. Да. Да, сейчас бы 200 тысяч просрать чисто на оружие. Ну, такое себе, пацаны. 56 тысяч за снайперскую винтовку отдавать. Я такого еще не видел. На самом-то деле, блин. Надеюсь, нам за этих оленей хоть нормально заплатят, чтобы мы хотя бы деньги свои отбили. Потому что если это не будет выгодно мне, то я смысла не вижу больше вообще будет ездить на охоту. Ладно, все, поехали в лес. Вроде бы, как я знаю, куда нужно ехать. А я вот не знаю, как нужно оленей ложить. И я, кстати, не знаю, есть ли у меня скиллы. Давайте я сейчас чекну. Нет, скиллов у меня нет, к сожалению. Да. Ладно, поехали. Думаю, чтобы убить оленя, скиллы нам не нужны. Так, где-то здесь нам нужно сворачивать. Я не помню, блядь, эти олени вообще на карте отображаются или нет. Я серьезно без понятия. Бля, олень, олень, олень. Сука, стоять, 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 стоять. Есть, ебой. Так, давайте, я думаю, откроем сначала этот, блядь, багажник. Блядь, просто оленя сразу захуярил. Конечно, да, это не очень классно. Так, я, блядь, всегда, знаете, как багажник открываю? Вот так вот, блядь. По-другому я не могу это сделать. Ладно, похер. Все, погнали, его заберем. Все, заебись. Оленя заебашили. Так, подобрать. Ебать тут команды, пиздец. Так, используй дроп, чтобы выбросить оленя. Это не, выбросить я не хочу. А вот как его багажник положить? Блядь, а как его багажник положить? Ебучий случай, блин. Бля, я не знаю, как положить его багажник. Давайте дроп пропишем, выкинем типа оленя. И все, он пропал просто. Блять, ёбаный в рот, ладно. Почему там команда никакой написала? Вот, смотрите, где я его убил, блядь, этого оленя ебаного. Используйте дроп, чтобы выбросить. А чтобы его положить в багажник, блядь, что мне использовать? Ну, блин, можно было написать хотя бы. Я ж, блядь, не знаю, как это делать. Еще один олень. На ходу нахуй выпрыгиваем просто. Залетаю в магазин, выпускаю в магазин, сука. Стоять нахуй. Я сильно матюкаюсь. Еще один. ТП, дядя. Опа, двоих замочкарил просто. Я их не могу в багажник положить. Твою дивизию. Как мне это сделать? Это подобрать. Как положить? Блять, как его положить в багажник просто? Скажите мне, пожалуйста, админов в сети еще нету. Заебись просто, замечательно. Я должен сам вот это думать, как его положить, блять, багажник. Ну как мне его положить? Я альт нажимаю. Что тут еще можно нажать? Не, машину садиться не надо, с оленем, блять. Это, я думаю, плохая идея. Блять, я не знаю, пацаны, что делать. Я пишу кар, вот, содержим багажника, пусто. А как положить? Как положить? Напишите команду, ё-моё. Почему нельзя такую подсказку сделать? Я все-таки сел как-то в машину, блять. Но я не понимаю, какой-то аж надо. Я не знаю, что такое аж, блядь. Как я вообще багажник открыл? А, точно. Давайте я его закрою и теперь попробую как-то его... Какой нахуй аж? Я не понимаю просто. Какой аж? Блядь, что такое аж? Я, блядь, долбоёб такой или что? Я не понимаю, что такое аж. Короче, блядь, я зашел в YouTube с телефона, начал искать, как убить оленя. Приехало два пидораса, блядь, и убили меня просто. По-другому я сказать не могу. Блядь, у меня реально бомбануло просто. Реально, я просто стоял, вижу, что у меня хп убавляется. Смотрю, какие-то два пидораса просто мне стреляют. Блядь, просто меня так бомбит, блядь. Ебать, ебланы, сука. Таких нахуй убить просто мало. Я отвечаю, блядь. Пацаны, я думаю, на этом я буду заканчивать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как положить этого ебаного оленя, блядь, в багажник. Потому что у меня бомбанет, серьезно. Еще эти два пидораса мне слили просто. Замечательно, реально. Охуенно просто, блядь. Я еще из-за них проебал просто. Я из-за них проебал 200 тысяч, понимаете? Оружие просто проебал. Реально, если вы смотрите, пацаны, пидорасы просто. Вот официально вам заявляю, что вы именно эти люди. Потому что реально меня бесит такие люди. Так, короче, я пришел в казино, чтобы отбить свои деньги. Потому что, блин, надо отбить свои бабосики. Yeah. Raindrops, drop top, smoking, no cooking, the hot box.
Так, играем, короче, чуваком тут. Блядь, он заебал это время юзать, потому что помогает, блядь. Такой даун просто. Я не понимаю, блядь, реально меня бомбит просто. Блядь, я обратно на той же сумме остановился, понимаете? 817 тысяч. Когда я пришел, вроде у меня столько было. Блядь, 10 тысяч играет. Да ты, блядь, пиздец, нахрена. Я просто уже здесь стою, наверное, ну, минут 20, наверное, блядь. И никто на нормальную ставку не играет вообще. 50 тысяч это, блядь, самое максимум, что было. Блядь, не успел, сука. Блядь, он заебал бага юзать. Матвей, блядь, долбоеб. Типа оно помогает, блядь, я ебал просто. Рубль передал тоже на багаюзит. Блядь, твою дивизию просто. Блядь, какие люди глупые, я ебал. Так, играем с этим багаюзером, Матвеем. Блядь, ну тут я уже проебал стопудово. Блядь, потому что у меня двойка выпала. Ну ладно, блядь. А нельзя на большую ставку ебануть, блядь, и все. Я не понимаю, на 1500 там ебануть один разочек и заебись будет. 100 тысяч. Во, вот это другой разговор. Пиздец, как так-то, блядь? У меня 600 тысяч осталось. Я ебал. Так, давайте ждем еще одну ставочку какую-то. Так, 50 тысяч, давай. Блядь, обратно я сейчас проебу, да? Не, меня уже бомбить начинает, реально. Да ты заебал юзать этот звонок в службу, блядь. 12 выпало. Так, играем обратно на сотку. Да иди ты нахуй, блядь, отмени. Так, играем снова на... Так, бросаем. Блять, да ну нахуй. Пиздец. Я ебал. Почему, блять? Я ебал просто. 300 тысяч остается. Это пиздец, блять. Это просто пиздец. Так, на 100 тысяч рал просто. Минус, блять. Просто минус, блять. Все бабки, нахуй. Минус обратно. Заебись. Просто замечательно. Просто проебал все деньги. Я просто охуеваю. Проебал просто. Проебал все деньги. Я ебал твою дивизию, блять. Так, плюсик. Слава богу, нахуй. Я сейчас проебу все деньги, по сути, и все. Как бы это, блядь, понятно. И буду я, блядь, походу продавать какую-то из своих машин. Так, выиграл, блядь. Блядь, минус. Пизда. Просто пизда. С большой буквы, блядь. 54 тысячи. Минус обратно. Охуенно. Просто все бабки просрать, нахуй. И все, блядь. Ну, выиграл, блядь. Бля, надо хотя бы 500 тысяч поднять и съебывать. Потому что, ну, его нахуй. 28 тысяч ничья. Бля, пизда просто. Просто пиздец. Так, плюс обратно, блядь. Туда-сюда, нахуй, эти деньги ходят. 100 тысяч плюс. Так, на 100 тысяч кость играем. Окей, давай. В принципе, сыграем с тобой. 6. Ну, он сейчас выпадет больше. Это было ожидаемо. Все, пацаны, последние деньги играем. 5. Обратно. Рубль не передал, и в итоге он выиграл. Это зависло, блядь. А, вот, все, я выиграл, блядь. Так, играем в банк. И я выиграл, блядь. Заебись. Просто заебись. Бля, я думаю, можно уходить, потому что, ну, 300 тысяч кидает. Ничья. Ладно, похуй, пацаны. Живем один раз, поэтому если проебем, так проебем. Выиграл. Просто выиграл, блядь. Все, я ебал. Все, я ебал. Не хочу больше играть. Все, уходим. Ну, вон нахуй. Я лучше останусь в минусе на 100 тысяч. Ну, блядь, хотя бы 700 тысяч у меня будет. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I